Резкое обострение ситуации на востоке Украины и в районе Авдеевки. Третьи сутки идут активные бои. Объявлено чрезвычайное положение. Из-за обстрелов нет электричества, тепла и частично водоснабжения. А в регионе 20-градусные морозы. Отсутствует связь. Проводится эвакуация мирного населения. По заявлениям штаба АТО, ополченцы пытались захватить позиции украинских военных. За массивным обстрелом последовал штурм населенного пункта. По разным данным, погибли от 7 до 15 человек. Десятки получили ранения. Среди пострадавших есть мирные жители. Звуки выстрелов слышны в пригороде Донецка, селе Макеевка и окрестностях города Ясиноватая. Серьезно повреждены объекты инфраструктуры. В Донецке обесточена шахта имени Засядько. Под землей были заблокированы свыше 200 горняков. Сейчас все они на поверхности. Сегодня ситуацию в Авдеевке обсудит постоянный совет ОБСЕ. Президент Украины Петр Порошенко также решил созвать экстренное заседание трехсторонней контактной группы. Оно может пройти в формате видеоконференции. А завтра в Минске состоится плановая встреча переговорщиков от Украины, ОБСЕ и России.